dvhub.ru. Вы мне расскажете, что случилось? Дорогу забираем. Четырехполосная дорога. На уровне моста. От забора 2 метра, нам, да? Габионы собираются камень оставить. А мы не согласны, где нам выходить. Так то, что дорогу сейчас поднимут, дорогу поднимут. И наши вот калитки прям в дорогу будут вот стукаться. Понимаете, а грейдер зимой пройдет, и все весь этот снег будет у нас во дворе. Тем более, как они ходят, эти грейдеры, что они не соблюдают скоростной. Грязь будет у нас, понимаете, стоков не делается. Дождь пройдет, и весной снег начнет таять, и все будет у нас во дворах. А там у нас колодки. А давайте начнем с того, где мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся улица Шоссейная, поселок Хор, район имени Лазон. Ага, и получается федеральная дорога проходит? Федеральная дорога. Вообще вопрос стоял только о реконструкции моста. С реконструкцией моста встал вопрос о реконструкции дороги, что они хотят ее расширять. И теперь наши дома и дворы им мешают. А конкретно вот этот дом попал, да, получается? Это глава администрации. Нет, в принципе, они им не мешают. Нет, я говорю, вот этот дом конкретно больше всего попал, да? Попадают все наши дома по всем сторонам. Они начали здесь вырубку деревьев. Когда мы стали возмущаться, они закончили. Они приостановили, мы стали жаловаться, они приостановили работы на месяц. И вот сейчас этот вопрос решается до сих пор. Ага. То есть, в принципе, у нас уже расширяли эту дорогу. У нас была канава, канаву засыпали, сделали тротуар. Летом, ладно, по тротуару можно пройти. А зимой почистили вот так вот дорогу, и все засыпано. Пройти, идешь на дорогу, идешь по дороге. А собьют тебя, не собьют, никого это не катает. Это федеральная трасса. Это мы прекрасно понимаем. На сегодняшний день. Подождите. Сейчас мы собрались для чего? Для того, чтобы решить вопрос с удобством. Да? В любом случае, федеральная трасса, федеральный проект. Но вот сейчас проектирующий говорит о том, что выносят изменения в проект. Сейчас я принял как решение, как глава района, сюда выехать, все-таки вникнуть самому в эту проблему и хотя бы каким-то образом решить эти вопросы. Вот еще раз я говорю, объясните нам, каким образом пойдет дистанцировка, я имею в виду габельон или там что у вас? Габельон. Вот пойдемте к домам. Так, пойдемте к домам. Где-то нет, вот к домам. dvhub.ru